Вылазка в Анапу сегодня пасмурно, но зато не жарко. И мы зашли в прелестный винный погребок на улице Горького, 9. Вот, взяли на пробу. У меня Изабелла. Вот оно, сухое красное. А ты что взяла? Шардоне сухое. Шардоне сухое. По ценам, ну вот эти две баклажки 180 рублей. То есть у меня пол-литровая, у Полины 260. Нет, у тебя литр, у меня пол-литровая. А, да, литр пол-литровая. Вот, но тут не было сдачи, и нам с 500-ки, чтобы сдачи не давать, вот дали еще чачу пол-литровую. 260 рублей. Полина очень хорошо цены запоминает в винных лавках. Вот, ну, будем сейчас тестировать.